Это рюкзак, который был на моем сыне. Его посекло минами, были осколки. Сын был в осколках с ног до головы. Это рюкзак, который был на моей дочери. То есть здесь четко видны следы крови. Она получила осколочное ранение в висок. Старший сын Никита, 18 лет. Он учился на втором курсе на программиста в университете Шевченко. Дочь Алиса, 9 лет. Алиса, загадывай желание. С днем рождения тебя! Я уехал с Ирпеня 17 февраля в город Донецк. Моя мать болела ковидом, и накануне она мне позвонила, что ее состояние ухудшилось. Как только я туда заехал, в городе началась принудительная мобилизация всех гражданских людей. У меня были подозрения о том, что банально начнется обострение на Донбассе, как всегда это бывает. То есть я до последнего не верил, что начнется полномасштабная война на территории Украины. Не знаю, что это за вертолеты взагалі. Просто их дуже багато. 24-го аж все началось, да? В 5 утра жена мне написала в чат, что над нами что-то пролетело. Я им предложил никуда не бежать, потому что, вы помните, были огромные пробки, очереди, хаос. В один из дней, по-моему, это было или 3 или 4 марта, наш микрорайон обстреляли с минометов, и непосредственно в наш жилой комплекс прилетело 3 мины. То есть уже как бы было понятно окончательно, что нужно бежать. Наша машина. Наш дом. Они загружали с сыном автомобиль с утра и уже хотели выезжать. И в этот день на нашу улицу зашли российские танки. То есть начался уличный бой, они бросили машину и опять спрятались в подвал. У нас 4 жмуря, не наших, москали. Ну и людям, кто жил рядышком, трошки не повезло. В 10 вечера мне удалось дозвониться. Мы не то что прощались, но я попросил прощения за то, что я не с ними. За то, что вот так получилось, что я не смог их прикрыть, защитить. Но она не теряла оптимизм, сказала, мы прорвемся, не переживай, все будет хорошо. Это были последние слова. Ну, мы еще до войны использовали Google геолокацию. Где-то к 9 утра ее телефон переместился на Новобеличи в 7-ю городскую больницу. Еще через минут 20-полчаса вот я увидел первую запись в Твиттере в текстовом виде о том, что на Романовке был минометный обстрел и погибла семья. Затем еще минут через 20 появилась первая фотография. То есть первая фотография, вот эти вещи, разбросанные на земле, тела моих детей. Путин! Это так ты даешь зеленые коридоры и не убиваешь гражданских? Ну и затем появилось первое видео с места событий, где уже было четко видно падение мины, смерть семьи и как бы этот страшный крик собаки. Маленький. Левый, смотрите его! Я опять позвонил в Киев и сказал своим друзьям, что дети мертвы, они уже в Романовке лежат на асфальте. То, чем я занимаюсь, это последнее хорошее, что я могу сделать своей семье, в память о своей семье. Я хочу, во-первых, чтобы видели во всем мире о том, что творится в Украине, о том, как подло здесь нас убивают. Я живу и думаю на русском. Я хотел бы об этом сказать всем россиянам, что я не националист, не какой-то там бандеровец. Я обычный гражданин Украины, но я российскомовный. Нас уничтожают как нацию.